об тым, чтобы давать можно добро, якостно и экологично обеспечено, кожное наведывание к выставу можно переконаться при ознаемлении с первыми экспозициями, причем побыть с такими промысловыми гигантами, как Гомель школ и Гомель древ, куда як меньше державные и приватные предприемства, правда, у даденном выпадку помер значения не маем. Автономную канализацию, представленную Минской организацией, называют обсталеванием будущего. Ее можно применять для очистки стекол, как у жилых домах, так и на объектах придорожного сервиса, причем у выигрыша застанутся не только их владельники, а и белорусская экология. Для того, чтобы очистить этот сток из дома, используется автономная канализация. Условно, она разделяет этот сток на ил, который оседает в этих химкостях, и на выходе мы получаем чистую воду, которая легче намного впитывается в грунт и которую можно утилизировать намного легче. Ноу-хау на этой выставе увогуле хапая, причем не все они относятся непосредственно до будовничей сферы. Транспорт будущего, який может працевать практически на любом виде палива, от дизельных до солнечных батарей, сегодня самый танный, это белорусская распрацовка, якой уже затекавились у инших краинах. Распрацовка вот такого транспорта в Беларуси началась еще около 40 годов тому. Сегодня его готовы набывать у Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии. У нашей краине первая такая дорога побудована у Минской области. В этом году республиканская выстава «Будуем дом» изменила формат. У першиню у ее рамках пройдет деловый будовничий тыдень, у программе якого семинары, презентации и круглые столы. По сутности, это махчимость знайти новых партнеров и максимально полно пропоновать свою продукцию. Республиканское предприятие «Белтелекам» представить уластный вариант разумного дома с демонстрацией датчиков, якие у автономном режиме дозволяют сберегать жилье и маемость. Причем контролировать ситуацию можно у режиме реального часу с допомогой невеликой видеокамеры. Головное, как у этой местности был интернет. Есть режим реального времени, есть возможность записи до одной минуты, когда взаимодействует какой-то сценарий. Например, открылся, сработал датчик открытия двери, видеокамера сделала запись одну минуту. Все записывается на сервера в Белтелеком, то есть дополнительного устройства для записи не нужно никакого. А потом в любой момент можно через телефон просмотреть, что за запись была. 12-я республиканская специализованная будовничая выстава протягнет работу до 31 соковика. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».